В 2018 году начнет работать таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Таможенники Белоруссии, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана переходят на единый порядок оформления грузов. Документ придет на смену действующему с 2010 года таможенному кодексу таможенного союза. В таможенном кодексе ЕАЭС много нововведений, разработанных с учетом современного уровня развития электронных технологий. В частности, для участников внешнеэкономической деятельности появится возможность при наличии электронной цифровой подписи совершать большинство операций через интернет, а также право не представлять, кроме случаев, когда сработают профили риска, таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Кроме того, в некоторых случаях решение о регистрации декларации на товары, сама регистрация, решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами без участия инспектора автоматически. Также сократится время выпуска товаров с суток до 4 часов. Документ подготовлен совместно с бизнес-сообществом и учитывает его интересы. Кроме того, вводится механизм единого окна. Также в новом таможенном кодексе прописана возможность воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей. Таможенный контроль переносится на этап после выпуска товаров.